Всем привет, с вами Брогеймер. В этом видеоролике хотел бы рассказать вам об очень интересном приложении, называется Player Pro. Но также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, у каждого приложения есть и подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории, и без подписки подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. То есть тут у вас представлены различные все папочки, где содержатся треки. То есть это обычный аудиоплеер, стандартный, дефолтный, с обычным интерфейсом. То есть тут довольно-таки все очень просто. Мы можем делать поиск по трекам и посмотреть исполнителей, композиторы, жанры, плейлисты, папки и треки с видеороликами. То есть тут это все очень быстро можно сделать и отыскать, если вам что-то будет также необходимо. То есть вот. Далее, с этим мы в принципе разобрались. Далее, у нас есть также настройки, то есть и вот дополнительные разделы. У каждого трека есть воспроизвести, поставить в очередь, играть в следующем, случайно добавить в плейлист. Ну, в общем, все такие самые обычные функции. Даже не у трека, а вот самой папочки, где содержатся треки. Далее. Вот. Ну, тут, в принципе, есть звуковые эффекты даже, то есть таймер сна. Вы можете все это подрегулировать под себя, чтобы вам было тем самым удобнее работать. Ну, а также, конечно же, если вы вдруг чего-то не поняли и у вас остались какие-то дополнительные вопросы, то просто напишите в комментариях под этим видеороликом, либо же мне в ВКонтакте. Я вам постараюсь объяснить, что к чему, чтобы у вас также не было никаких вопросов, и вы, в принципе, смогли без проблем пользоваться этим приложением. Надеюсь, вы меня поддерживаете, поставите лайк на этот видеоролик и напишите комментарий. Мне действительно будет очень приятно. Ну, а сейчас я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто смотрел его до самого конца. А с вами был Брогеймер. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.